Мероприятие, приуроченное к знаменательной дате, продолжится в течение года. Особенно это гармонично сочетается с тем, что этот год объявлен театральным. Пушкин станет главным героем множества постановок на сценах местного театра и дворцов культуры. В ближайшее время увидеть двойников Александра Сергеевича и его героев можно 12 июня, во время торжеств по случаю Дня России и Дня города. Так, в 2 часа на площади перед ДК имени Наймушина состоится масштабное действие под названием «Пушкинский вальс». К участию приглашаются все желающие. Для этого необходимо прийти в соответствующем образе, описанном в одном из произведений его пера. Можно замахнуться и на самого гения. Для этого нужен костюм 19 века и цилиндр. Темный грим на лице и бакенбарды приветствуются.